Привет всем, с вами Лига Music Wars. Ну а сегодня у нас видео от подписчика, в гостях у нас Носорог. 43-й выпуск. Итак, как я уже говорил, манипулятор частиц в дропе урезан в 2 раза. В общем, 16-17 числа те, кто хотел, выкачали, ушло примерно около от 3 там, до 5 тысяч рубинов. Но дальше все стало намного веселее. Если вы сейчас попытаетесь выкачать манипулятор частиц в топ, то у вас получится примерно такое же, что и на видео у Носорога. В общем, большое количество слитых рубинов просто на подарки, ну это вообще зашквар. Причем не падает модуль вообще. В самом начале школьник говорил, что до 8 уровня он еще более-менее падает. Но после 8 просто нет. Также некоторые доказательства, так скажем, выпадения было и у других блогеров. То есть в числе того же Санчеса взять, который потратил неверную тучу, короче, рубинов. Потратил большое количество звезд, а он ему так нормально и не падал. Ну вот, а здесь на видео судить, короче, вам. Ну, просто жесть, конечно. Можно посмотреть, но манипулятор 10 все равно вкачан. Но какой ценой вкачан? Просто, ну, вот жесть. Ладно. Давайте будем потихоньку смотреть. Ну и, конечно же, комментируйте. Ну и сочувствуйте Носорогу. Давайте все вместе посочувствуем.